Я что-то не поняла. Молодые люди, а что это мы тут все спим? Ну-ка, быстро, подъем. Простите, конечно, но нас должна разбудить наша вожатая. А я кто, не вожатая разве? Ну, может, вы и вожатая, но точно не наша. Наша вожатая совсем другая. А, да, совсем вам забыла сказать. Ваша прежняя вожатая заболела. И теперь воспитывать и следить за вами буду я. Быстро встаем. Подъем. Подъем. Поднимайся. Итак, жду вас всех на улице. Собираемся все на месте, где вы делаете зарядку, а потом пойдем в столовую. Мда, какая странная новая вожатая. Угу, и очень строгая, надо побыстрее вставать. Ненавижу, когда меня так поднимают, сдергивают одеяло и кричат грубым голосом. Ладно, встаем. Эй, пс-пс, ребята, кто-то из вас уже слышал? У нас новая вожатая. Да, мы слышали. Очень суровая. Угу. С ней не похулиганишь. Эрика, я кое-что придумала. Ну и что же? А давай ее специально выведем один раз из себя и посмотрим на ее реакцию. Может, мы зря волнуемся? Ну нет, я рисковать не буду. Ну и ладно, сделаю это одна. На зарядку становись. Стойте, а где наша по физкультуре воспитательница? Зачем нам воспитательница по физкультуре? Я и сама ее спокойно проведу. Подъем! А я не буду вставать, я протестую. Ах, значит, ты протестуешь. Ну-ка, вставай, вставай, давай. Все сидят, а ты вставай. Допустим. Отлично. А теперь метлу в руки и иди убирать двор. Со мной вы тут не попротестуете. Быстро убирать двор. Стоп, что? Не, ну я что-то непонятно сказала. Убирать двор, вот метла. Эх, ну вот, теперь я еще и дворницей стала. Попротестовала. Соня, это не смешно. Ты тоже хочешь наказание? Нет, не хочу, просто очень смешно получилось. Девочки, вам смешно? 20 приседаний, пожалуйста. Что? Мы? Вы? А кто же еще? Вот видишь, Соня. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, не могу больше. Шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Фух! Фух! Ну что, кто-то еще сомневается в том, что я злая? Действительно, очень злая. Да, хорошо, что не сюда, хорошо, что не согласилась и не стала делать того, что предложила мне Вика. А теперь марш на место. Катя! Что? А давай сегодня позвоним маме, ну когда уже уйдем с зарядки. Хорошо. Алло, мама. Как дела? Ты нормально дела, только что зарядка закончилась. Сейчас пойдем завтракать. А как там наши сестренки? Отлично? Ну и мы отлично. Что? Видела вожатую? В городе? Что? Не поняла. Мам, я тебе потом перезвоню. Ребята, ребята! Что? Вы представляете? Моя мама только что видела, что наша прошлая добрая вожатая гуляет по городу. Откуда твоя мама узнала, что это вожатая? Она же ее не видела. Вообще-то видела. Она в автобусе ехала вместе с нами. Потом сразу ее увидела. То есть она не болеет? Ну вот и я о том же. Ее надо вернуть в лагерь. Наверняка она ушла не по причине то, что она болеет, а по какой-то другой причине. Или просто ушла отдыхать. А мы тут мучаемся с нашей другой вожатой. Какая она строгая. Согласна, надо что-то делать. Ух, помогите, больше не могу. Ой, ой, ой. Мда. Ребята, у меня появилась идея. Если нам эта вожатая что-то не договаривает, а другая гуляет по городу, то давайте обратимся к директору. Он-то точно будет знать, куда делась та вожатая и почему у нас заменяет это. Может, есть какая-то другая причина, о которой мы не знаем. Согласна, Эрика, я пойду с тобой. Пошли! Ландыши, ландыши. А?
Эрика, проходи, что тебе нужно? Как тебе отдыхается в нашем великолепном лагере? Во-первых, я не одна, а со мной моя подруга Катя. Да, и в лагере нам отдыхается очень хорошо. Но вот только куда делась наша прежняя вожатая? Почему вместо нее у нас такая строгая? Прежняя вожатая взяла отпуск. Еве и Милана тогда ее сильно довели. Ей стало стыдно за свой отряд. Она все рассказала мне, и я ей дала отпуск. И вместо нее наняла другую. Она строгая и сможет вас больше и лучше воспитывать. И, надеюсь, перевоспитает, и больше такого не будет, когда Еве ломает деревья и бьет других детей. Но Еве же тогда посадила новое дерево и извинилась перед всеми. Вы можете вернуть нам другую вожатую? Нам с той, ну, очень плохо. Она всех наказывает за малейшее хихиканье на занятии. Ничего не могу с этим поделать. Какая была, такая была. У нас очень мало работников. И так получилось, что строгая досталась именно вам. И я даже очень рада. Давайте, давайте, идите отсюда. У меня очень много работы. И та вожатая не вернется, пока вы не перевоспитаетесь. Что мы наделали? Да, это все из-за этих правды или действия. Я, кажется, кое-что придумала. Что? Пойдем расскажем всему отряду. Итак, ребята, мы с Эрикой сходили к директору, и она сказала, что, оказывается, наша предыдущая вожатая совсем не заболела, а взяла отпуск, потому что ей стало очень стыдно за свой отряд, а именно за наше поведение. И я предлагаю вот что. Если мы исправимся, нам могут убрать ту строгую вожатую и поставить снова ту, другую. Поэтому нам надо в ближайшие дни показывать, какие мы все послушные, и мы пример для всего лагеря. Будем самый послушный отряд. Договорились? Будет сложно, когда в нашем классе столько хулиганов. Одни Тима и Соня вон сколько всего делают. Ладно, надеюсь, мы справимся. А что это сразу я? Я только вредная, когда меня разозлить. Я нормальная, честное слово. Действительно, что вы все на Соню наехали? Ладно, мы сейчас ссориться не будем. По крайней мере, ссориться – это очень плохо. Давайте начинать. Как хорошо на солнышке. Извините, а можно я вам чем-то помогу? Что, Кристина? Как-то странно это выглядит. Вы вообще-то не любите помогать? Ну ладно, от помощи я не откажусь. Надо подмести все вот тут. Подстричь кусь. Вот тут. Подстричь кустики. Полить цветы. И подежурить в столовой. Вот вроде и все. Так много всего. Ну а ты что хотела? В нашем лагере лениться нельзя. И еще одно правило. Нет слова «нет». Поняла. Девочки, мне нужна ваша помощь. Я одна не справлюсь. Эх, не привыкла я помогать. Ну ладно, помогу. Что там делать надо? Маша, ты вот тут все подметаешь. Я пойду подрезать кусты, а Соня поливать цветы. Ой, да это я запросто. А почему мне самое сложное? Ха-ха, мне вообще заданий нет. Есть, Челси. Ты мне будешь приносить разные инструменты для уборки двора. Ладно, хорошо. Все делают столько заданий, а мне чем заняться. Я тоже хочу показаться паинькой. О, придумала. Извините, вожатые. А можно вам почистить ваши туфли? Туфли? Ну, это маленько странно, но почисть. Во, блестят и сверкают. Спасибо. Вы гораздо лучше, чем мне о вас говорили. Ух ты, действительно? Кажется, наш план начинает работать. У нас с вами все прекрасно получается. Только вот вожатая не думает уходить. Надо сделать что-то персональное для нее, а не для лагеря. Ведь так мы всем помогаем, а так поможем персонально ей, она тогда вообще растает. И подумает, что нас перевоспитала и пойдет. А что мы для нее сделаем? Я вообще-то ей туфли чистил. Ну, Камила, ты даешь, конечно. Я собираюсь украсть ее очки, но всегда с ними ходит. А я их украду, куда-нибудь спрячу, и потом мы их найдем. И она тогда так обрадуется. Ну, хорошо. Вожатая, мне так скучно, давайте поиграем в догонялки. Ой, я не в возрасте, чтобы бегать. Ну, пожалуйста, мы для вас столько всего сделали, а вы не можете с нами поиграть? Ну, ладно. Не догонишь, не поймаешь. И я! Ой!
Ой, где мои очки? Куда они делись? О, я же их уронила. Катя, зачем ты меня толкнула? Простите, я нечаянно и не смотрела, куда бегу. Сейчас я вам помогу найти ваши очки. Ну да, конечно, глупая вожатая уронила свои очки в кусты и пошла. Извините, вы очки свои уронили. Ха-ха. Посмотрите, они мне идут. Сонечка, золотце ты мое, отдай мне их, пожалуйста. Ух ты, а раз они ей так нравятся, то можно и пошантажировать. Я вам их отдам, если вы вернете нам нашу прежнюю вожатую. Это не ко мне вопросы, а к директору. Отдай, пожалуйста, очки. Они стоят очень дорого. Если поговорите с директором об увольнении. Соня, Соня, ты что? А что я? Я ничего. Сейчас все верну. Соня, ты перешла все рамки. Давай, возвращай быстро очки. А вы действительно хотите, чтобы я вам подарила эти очки? Соня! А, ну ладно, берите так. И можете не возвращать. Только с ними поаккуратно. Я их покупала за очень хорошую цену. Фу, какая наглая. Ребята, что это с вами? Соня, ты испортила весь наш план. Ой, да ладно, одна маленькая шалость не стоит того, что мы вон сколько всего делали. И что, одна шалость все испортит? Да нет, конечно. Ой, уж и пошутить нельзя. Итак, ребята, а сейчас... Нет, сейчас скажу я. Слушайте, вы мне такие молодцы и помогаете по лагерю, и мне персонально помогаете. Слушайте, я решила, что останусь здесь работать, и до конца смены у вас вожатый буду я. Мне так с вами нравится, ну прям вообще. Я еще и зарплату получу за вас. Просто вам браво. Что?